Девчонки, рановато. Девчонки, иду, иду. Ой, ну сейчас, сейчас. Ну бегу, бегу. Дамы, прошу. Вы кто? Сюда нельзя, сюда нельзя. Боже мой, да что ж такое? Ну надо так нализаться, а? Домой иди, иди домой, слышь? Ой, да что ж ты будешь? Уходи, уходи, слышь? Вот там как голики. Ну, совсем отпал. Что ж ты такой пьяный-то, господи? Поднимайся, поднимайся. Мамочка! Значит, вы утверждаете, что ранее никогда не видели этого человека? Утверждаю. Ну, допустим. А не его ли поджидал этот праздничный стол? Этот праздничный стол поджидал моих подруг. У нас традиционный девичник. Девичник? Угу. По какому поводу? По поводу окончания учебного года. Вы учитесь? Где? Учу детей в школе номер 7 английскому языку. Ну, допустим. Не допустим, а точно. To be or not to be, that is a question. Что-что-что? Это он сказал? Гамлет. Гамлет, армянин. Как фамилия? Принц датский. Ну, быть или не быть, вот в чем вопрос. А-а-а. Вопрос в другом. Почему он пришел именно к вам? Ну, я не знаю. Ну, хотя бы догадываетесь? Догадывать ко мне все ходят. То есть? Я живу в первом подъезде, на первом этаже, в первой квартире. Ко мне ходят. Алкаши за стаканом, случайные бабки в туалет, электрики за стремянкой, прохожие за адресом. Ну, ходят все, кто не попадя, ну. Стойте! Вы куда? Товарищ майор! Стоять! О, а это свой. Это, боже мой, ну как вам сказать? Я ее муж. Бывший. Чё ты пришел-то? Чё ты себе позволяешь? Я позволяю? Это что ты себе позволяешь? Что за труп в квартире, а? Вы кто такой? Ой, он кто угодно. Был автогонщиком, открыл свой автосервис, но его рэкетиры сожгли. А теперь охранная фирма из бывших афганцев. Правильно? Помолчи. Ну почему я должна молчать-то? Все время молчать. Не надо мне рот затыкать. Хочу, говорю. Да, вы помолчите, пожалуйста. Молчу. А вы откуда узнали про труп? Да, откуда ты узнал про труп? Про труп ничего не знаю. Этот тип еще жив, в реанимации. Алло, товарищ майор, вас. Слушаю. Зарплату привезли? Это точно? Ага, понял. Ребята, все в отделение. Вы у нас на контроле. И вы тоже. Ну что, Гаранин, соскучился? Не для тебя пекла. Положи. Положи, положи. Какой черт занес к тебе этого мужика, а? Это я тебя хочу спросить. Начальника охранной фирмы. Почему не охраняете беззащитных граждан? Почему позволяете, чтобы какие-то типы вламывались в дом к бедной учительнице? Вот из-за этой бесконечной трепотни у нас с тобой все и развалилось. У нас с тобой развалилось. Из-за твоего упрямства. Давай не будем сейчас выяснять отношения. Да, только виноват во всем ты. Нет. Все из-за тебя. Из-за тебя. Не из-за меня, из-за него. А он здесь ни при чем. Ну ладно, ешь на здоровье. Все равно добро пропадать. Девчонки, наверное, вместо шампанского валерьянку пьют. Слушай, а славный праздничек получился, а? Угу. Что, Гаранин, оголодал на холостяцких харчах? А по-моему, вы с ним знакомы. Он к тебе приходил с какой-нибудь твоей подругой. Ну скажи мне, по-честному, как родному. Родной, ты поел? Ага. Поел, поел. Нет. Ну, давай, домой, домой. На тебе пирожок, мамочки с пирожком. Подожди, остановись. Мамочки, Юль, давай. Ну, что ж ты. Все очень серьезно. Тебе может грозить такое, что ты даже... Ой, мне грозит опасность. Надеюсь, Гаранин спасет свою любимую женушку, а?
Здрасте, вы ко мне? Как зовут? Юля. Юля Михайловна, а вас? Поговорить надо. Кому надо? Вам надо? Лично мне ничего не надо. Много говоришь. Ой, здравствуйте. Это профессиональное. Я учительница, мне приходится много там рассказывать, объяснять, говорить. Вот сейчас нам все и расскажешь. Дверь-то открой. Я, конечно, расскажу, я просто не знаю, что вас интересует. Я не знаю. Заходите, пожалуйста. Черт. А где же ключи? Вечно я их теряю. Стой. Что? Учите меня, пожалуйста, а то мне каждый раз приходится слесаря вызывать. Ой, а вы кто? Слесарь. Отпусти меня, Сёжа, мамочка! Сейчас милицию позову! Паша, все чисто. Тяжело. Присмотри, Витёк. Но вниз головой нельзя! Все, конец! Конец! Я пришел! Отпусти меня! Отпусти! Ну что? Ну что? Гиви, опусти бабу-то! Отпусти! Ведро поставь! Рассказывай. А что рассказывать-то? Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Кто? Ну, вы. Гиви, кажется. Ну, это еще вышел, Витек. Скажите, пожалуйста, как вы все себя чувствуете? Мы себя чувствуем хорошо. А что? А то, что вы появились так неожиданно. А на днях тоже появился мужчина неожиданно. Сразу упал и стал помирать. Вот про это нам и расскажи. Да я это 100 раз рассказывала. Расскажи 101-й. Ну хорошо, расскажу, но вначале расскажите вы. Вы кто? Гиви. Ой, мамочка, не надо отпустить, я все скажу, скажу, все. Отпусти. Он позвонил, я открыла. Он упал. Я думала, пьяный. А он не пьяный, а трезвый, но мертвый. Все. Может, еще скажешь, почему он пришел к тебе? Я живу на 1-м этаже в 1-й квартире. Ко мне ходят алкаши за стаканом, электрики за стремянкой. Знаем. Знаете? Да-да, я все знаю. Я не знаю, почему он пришел к тебе. Или не к тебе. Что за народ в этом доме? Ну, есть один инженер, 2 учительницы, врачи. На 3-м этаже живет директор магазина ткани. Ткани? Да. А кто посерьезней? Еще на 3-м этаже новый русский квартиру купил. Да? Кто? Фамилия? Как выглядит? А я его видела. Он еще не живет, у него турки евроремонт делают. Не, ну логика есть, а? Турки, азиаты делают европейский ремонт. М? Меньше болтай, больше думай. В него стреляли за 2 километра от твоего дома. Но он пришел именно к тебе. Почему? Почему, почему? Милиция неделю достает своим почему. И вы почему? Может, ты действительно ничего не знаешь? А может, тебе надо помочь? Вспомнить? Помогите. Гиви, помоги вспомнить. У тебя утюг есть? Сейчас, да. Снизьте, пожалуйста. Вообще, если надо что-то погладить, пожалуйста, не стесняйтесь. А пластырь есть? Пластырь? А зачем? Ну как зачем? Заклеить тебе пасть. Мне пасть? Зачем? Чтоб ты не орала, когда я буду тебя гладить. Зачем? Чтоб ты вспомнила, как все было. Ай! Руки. Руки! Не балуй железякой, лопоухий. Брось в кресло. А это ко мне.
ко мне пришли. И, пожалуйста, не думайте ничего такого. Это мой муж. Бывший. Ах, бывший. Ну, а кто ж такой крутой в настоящем? Охранная фирма Герат. Президент. У, лично президент. Ну что ж, господин президент, садись, потолкуем. Значит так, дела такие. Я прибыл из Москвы, чтобы найти своего брата, которого здесь пытались убить. А вчера вечером его выкрали из реанимации. Стечешь? А при чем здесь моя жена? Бывшая. При чем здесь она, пока не знаю. Но если ты хочешь видеть свою бывшую живой и здоровой, ты нам поможешь. Чем? Растолкуй про местную братву. Так, есть две команды. Номер первый – вор в законе, Матвеев, кличка Мотя, наркоман-садист, с черными усами. С усами? Крашенными. Ну, прям портрет со стенда. Их разыскивает милиция. Я вот ты можешь заткнуть свою бывшую? Это невозможно. А если я попробую? Не надо, не надо. Молчу. Так, номер два. Громов Алексей, кличка Боксер. Красавец, бабник из спортсменов. Мотю ненавидит, но побаивается. Ну, а все остальное начинающая шушера. Так, в общем, все мразь и подонки. Не очень ты жалуешь братву. Они его автосервис сожгли, мракобесы. Что, президент? Не любил ты делиться. Почему? Я делился. С госпиталем инвалидов, с детским интернатом. А со всякой сволочью. Так, значит, Моти и Боксер. Задачка с двумя неизвестными. Сидят по норам или есть место встреч? Ресторан «Люкс». Нейтральная территория. Ясно. Неясно главное, что брат здесь делал. Есть кое-какая информация. Да? Не зря хлеб жуешь, охранник. Ну, выкладывай, выкладывай. Приезжал он за последние два месяца трижды. Останавливался в «Интуристе». Жил тихо, без гостей. Обедал в ресторане. Один. Как пенсионер. Это Серега, ты пенсионер? Ну, у меня дела. Не держу. Президент. А бывшая твоя с нами побудет. Здрасте. А вы меня спросили, я вам что, узница Бухенвальда? У меня отпуск, я отдыхать хочу. На том свете отдохнешь. Так, я сейчас позвоню в милицию, вас всех арестуют. А за что нас арестовывать? Мы ничего плохого не сделали. Пока. Скажите, пожалуйста, все-таки куда мы едем? Куда вы меня везете, а? Куда надо. Кому надо? Лично мне никуда не надо. Ты меня достанешь. Не, ну я просто хочу знать, может, я не так одета. Нормально ты одета. Нормально для чего? Для того, куда мы едем? Никуда не едем. Уже приехали. Ну, часов. Ну, ладно, договорились, да. Номер 315, третий этаж, она уже там. Не бойся. А я и не боюсь. Рассказывай. Недели две назад подсел ко мне в баре под датой. И говорит мне, выпьем, сестренка. Сестренка? Ну да, он так сказал. Ну, мы выпили, и потом он пошел, взял бутылку, и мы поднялись в номер. Хороший такой заплатил, не считая.
А сам Нини всю ночь только проговорили. Вот это прикол. Снять шлюху, чтобы пробазарить с ней всю ночь. Ну и о чем вы говорили? О любви. О чем? Ну, о любви. Ну, сказал, что влюбился в женщину, а она его не любит. Переживал очень. А что за баба? Что он о ней говорил? Говорил, что красивая, что несвободная и что жить без нее не может. Ну, ну а что еще? Может, имя называл? Возраст? Где живет? А? Нет, я бы запомнила. А, еще говорил, что ей такой, как я, не нужен. Ей нужен английский лорд. Английский? Ну да, английский. А ее знаешь? Откуда она меня знает? Не знает, конечно. Знаю. Ничего, пью. Как-то она меня может знать. Это Юлия Михайловна, англичанка. Извините, учительница английского языка. Здравствуйте. Здрасте. Гаврилова я. Миша Гаврилов. Из 5 Б. Помните? Миша? Очень хороший мальчик. Правда. А уж он как английский ваш любит. Только и разговоров. Юлия Михайловна, да Юлия Михайловна. Очень, очень способный мальчик. Вы знаете, только у него произношение хромает. Вот лично я бы вам посоветовала купить... Заткнитесь обе! Юлия Михайловна, только я вас умоляю, никому, а? Я же не для себя, а для сына стараюсь. Вот в спецшколу отдала, чтобы человеком стал. Не беспокойтесь. Молчу, как рыба. Вали отсюда. До свидания. Всего доброго. Привет, Миша. Как бабки? Потом, потом. Мы уже договаривались. Часов 9, да? Так что, Ежу, все понятно. Найдем бабу, найдем убийцу. Бред. Влюбленный Серега. Какая-то баба. Его замочил или деловой, или крутой, или... Муж рогатый. Не, не. У Сереги бабы. А это вешалка. Я вешалка? Да сам ты тощий недомерок. Да у тебя вместо мозгов две извилины. И те вон на кепке. Вон, видишь? Ну ладно. Пора повидать местную братву. Едем в ресторан. О, езжайте. А я домой. Стой! И ты с нами. В ресторан? Нет, ребят, я не могу. Я не могу, я не одета. А потом я выгляжу ужасно. Училкой ты выглядишь. Как тебя не одевай, училка ты и есть. Училка. Вы куда? Туда. Кто такие? А ты что, своих не узнаешь? Скажи пароль. Пароль. Проходи. Плейс. Когда грохочет над землей гроза и упадет внезапно ночь. Желаете поужинать? Желаем. Нам местечко поспокойнее. Снега, весну. Присаживайтесь. Не оставляй меня одну. Когда тревожен каждый день и час. О, боксер. Не оставляй, не оставляй меня одну. Не оставляй, не оставляй. Ну что, мы просто так пришли или правда ужин? Не оставляй меня одну. Заказывай. Угу. Так, куриная ножка. Когда горит в огне ночами свет.
и мысли ты в душе покоя нет, и понимаешь, что идешь ко дну. Не оставляй меня одну, ведь этот мир в отличие. Где-то я видела эту певицу. Его волна, я без тебя тону. Анжела Рудина, прима нашей оперетты. Сильва – это ее коронная роль. Что же она из театра в кабак? Новые времена. Тут надежнее и сытнее. Под крылом Владимира Викторовича. Махни, а! Мотя. Спасибо. Книгу жалоб, пожалуйста. Жалоб? Нет, у нас книга отзывов. Принесите. Не оставляй меня одну. Не оставляй. Не оставляй. Не оставляй меня одну. Не оставляй. Не оставляй. Не оставляй меня одну. Не оставляй. У Моти губа не дура. Гони. Ага.
Вот я дома. Спасибо, что подвезли. Сидеть. О, Господи. Мотя. Боксер. Старик, ты обидел Мотю. Я хочу найти брата. Или того, кто его убил. Мотя псих. Если он задергался, то... Ты что, мне угрожаешь? Но я против тебя ничего не имею. Я о брате твоем, кстати, знаю понаслышке, понимаешь? Что ты знаешь? Не, ну если Мотя задергался, это что-то да значит, а там решай сам. С ментами поосторожней. Мотя их с потрохами купил. Ну что, орлы, стервятники? А что? Шевелиться мы их заставили, а там поглядим. Может, боксер через нас с Моти хочет разобраться? Что с тобой? Что такой дерганый? Да блин, в сортир я хочу, чужая. Может, у тебя НРС? Чего? Чего? Недержание мочи. НРС, это заразное? Нервное. Что, училка? Чайку? Между прочим, мы в нашей школе приучаем детей мыть руки после туалета. А в нашей школе учили на руки не писать. Ребята, у меня пирожки остались, мой особый рецепт. Сейчас чайку попьете в гостиницу, да? Я думаю, турист вам подойдет. Что? Гиви. Засунь училку в ванную. Подождите, не надо в ванную. Зачем в ванную? Ну, не хотите, я вам здесь постелю, а сама в спальне лягу. Хочешь, я тебя поглажу. Утюжком. Утюжком не хочу. Тогда иди. Можешь взять подушку. Угу. И... Вперед. Свет включи! Со светом спят только в тюрьме. Доброе утро! Эй! Доброе утро!
Вам куда? Вас подвезти? Прошу вас. Нет, нет, спасибо, не надо. Не надо, спасибо! Нам надо. Куда вы меня везете? Слушайте, сейчас же выпустите меня отсюда, мне домой надо. Меня гости ждут. Закрой рот и слушай ушами. Ой, а я вас где-то видела. Можешь больше никого не увидеть, если не прислушаешься к нашему совету. Моти просил передать москвичу, что его брат приезжал к тебе. Да не приезжал он ко мне, Господи. Жить хочешь? И еще. Моти просил намекнуть москвичу, что его брата хотел убить твой муж. Из ревности. Никогда. Нет, они же его убьют. Что? Стало жалко своего бывшего? И что это будет? Луковый суп. Ага. Господи, вы еще не уехали. Не режь луковицу пополам. Нарезай целиковую кольцами. Дай покажу. Сейчас приставать ко мне начнете, да? Тебе. Кому такое в голову взбредет? Да очень даже многим. Сейчас дам по башке, а? Женщина, смотри, как разделывают луковицу. Царская еда. Интересно, чем кормил царь Соломон своих 900 жен. Гораздо интереснее, чем он сам питался. Имея столько жен. Что ж ты от нас не убежала? Куда? Из собственной квартиры. А вещи для вас мелочи, а для меня денег стоят. А вы специально меня отпустили, да? Проверить хотели? А чё к ментам не ткнулась? А чё они могут-то? Бабулек трясти на базаре. Ну, а к своему охраннику? О, лёгок на помине. О, а вы тут мило, по-семейному. Садись. Ты ведь тоже родственник. Значит так, ребята. Городок наш тихий, а вы хулиганите. Не нравится это. Кому? Всем. И ментам, и братве. Боксер злится, Мотя совсем озверел. В общем, вам нельзя больше оставаться в этом доме. Я думаю, нужно на время залечь. Могу поспособствовать. Знаю одно тихое местечко. Да. Да я. Гарин, помоги мне. Помоги, помоги. Идем. Идем. Слушай, Гаранин, ты должен мне помочь. Что, посуду вымыть? Ты можешь хоть раз в жизни выслушать меня? Тебя хотят убить. Кто? Моти и боксер. Есть идея, но ты мне должен помочь. Что? Лариса, зачем тебе такие деньги? Да я же тебе... Хорошо, хорошо. Хорошо. Позвони Гарику. Он мне должен, по-моему, 10 штук. Да, 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 Гарику! Ты чокнутая, чокнутая. Я всегда знал, что ты с придурью. А ты тупой. Я это тоже всегда знала. Тупой, как пробка. Ты упрямый, как осел. И вообще дурак неумный. За 7 лет совместной жизни ты попала в меня только один раз. И то случайно. Ничего. Это вопрос тренировки. Thank you.
Операция закончена. Молодцы. А что это было? Назад. Что это было? Учение по освобождению заложников. Приезжай. Благодарю за службу, орлы. Рай земной. А ты хотела в ад? Успеешь еще. Диви, бери шмотки и сделай что-нибудь пожрать, а мы с Витьком смотаемся по делам. А я? А ты Гиви помоги. Гиви, а у меня Тбилиси тетка. Чудесный город, да? Часто бывала. Ага, каждое лето. У нее, кстати, муж настоящий грузин. Что значит настоящий? Ну, я не знаю. Как все грузины, веселые, благородные. Песни поют. Тбилисо, звезда моих волшебных дней. Ну, чудесный город, а? Да я там никогда не был. Как не был? Родился в Москве. Ну, вот. Не, ну я просто как дура тут. Пою песни. У нас в гостях начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Иван Петрович Орлов. Здравствуйте. Иван Петрович, жители нашего города были обеспокоены перестрелкой на центральной площади. Что же произошло? Мы успешно закончили научно-практическую конференцию по борьбе с терроризмом и захватом заложников. Учебная операция прошла без жертв. Мы готовы к любым проискам. А, простите, а какие достижения в борьбе с настоящими преступниками? По почерку мы легко можем установить, какая банда совершила преступление. А в чем заключается это так называемый почерк? Ну вот вы видели кино «Место встречи изменить нельзя». Ну, конечно, кто же его не видел? Ну вот там банда на месте преступления черную кошку рисовала. Малевала. Боксер на разборке оставляет перчатку. Боксерскую. А Моте отрезанное ухо. А как? Живое ухо? Почему живое? Уже мертвое. Угу. И что же, вы же все знаете. Почему же вы не действуете? Мы продолжаем накапливать материал. И ждем удобного случая. Если что-нибудь случится, не только случайное, но и что-нибудь закономерное, мы всегда готовы дать настоящий отпор всем этим случайностям и будем впредь стоять на страже. Мотя лег на дно. Значит, рылся в пушку. И что делать будем? Слушайте. Нужно его на дуэль вызвать. Бросьте ему перчатку вызова, а? Да ну, бред какой-то. Тихо-тихо-тихо. Она права. Хоть с прибамбасами. Ее муж-то бывший говорил, что Мотя здесь держит ночной клуб, пункт обмена, и дачка у нее здесь недалеко. В общем, я предлагаю чуть-чуть его побеспокоить. Немножко постреляем, кое-что взорвем. Ладно, попробуем. Поехали. О, я с вами. Только в туалет сбегаю. Стойте, стойте, стойте! Меня зовут!
Ты прибацанная. Витек, ты хочешь в туалет? Да. А я уже нет. Да, лихо ты джип гоняешь. И откуда это у тебя? А мне что джип, что Жигули? Мой муж бывший автогонщик. Бывший. Я с ним штурманом ездила. А, слушай, ну а вот все-таки, ну, а что ты взялась нам помогать-то? Не хотела с вами в братской могиле лежать. Не верю я ей. Надо с ней как следует разобраться. Ребята, не надо со мной разбираться, а? Надо! Стой! Ты Круглова, а муж твой Гаранин. Ага. Он Гаранин, я Круглова. Я ему сразу сказала. Девичья честь так и быть твоя. Фамилию девичью не отдам. Ну точно, ну Валера Гаранин. Я смотрю, лицо знакомое, ну, у охранника у ее. Ты с ним гонял, да? Да ты че, мне до него как до луны. Ее я вроде видел, ну там, на трассе. Ну слава богу, разобрались. Может, теперь спасибо скажете? А? Нет? Тогда спокойной ночи. Слишком толсто. Бей седьмого в угол. Сейчас.
Гиви, принеси пивка. Старик, я очень сильно извиняюсь. Но ты больно задел Мотю, и Мотя начал нервничать. Ни с того, ни с сего его пацаны замочили моего охранника. А почему ты думаешь, что это сделал Мотя? Нет, спасибо. У покойника было отрезано ухо. Значит, Мотя. Мотя, говоришь? Что от меня хочешь? Оставь Мотю в покое. Я хочу знать, кто стрелял в моего брата. Ты знаешь? Пока нет. Но ты получишь его, если он жив. И если оставишь Мотю в покое. А что ты так заботишься о его покое? Мне нравится равновесие. Мотя не сильнее меня, я не слабее Моти. Нам не нужна война. Ладно. С Моти я сам разберусь. Ну, смотри. Паша, там кто-то зырит в кустах. Ну вот здесь я точно видел, башка торчала, ну. Нервишки. Во, блин, почудилось. Ну, когда чудится, креститься надо. Что? Где? Окольцованная птица, улетай, не улетай. Я с тобой распорядиться не могу, ты так и знай. Я с тобой распорядиться не надо могу. Надо было английское платье надеть, которое я в Лондоне на стажировке купила. А чего мы ждем? А вот и я думаю, чего. Зазноба его здесь, а Моти нет. Значит, не желает встречаться. Пойдем потанцуем. Да что? Пойдем. Ну пойдем, пойдем. И все, что у нее теперь прошу я, так это только ближе быть к тебе. Я не хочу загадывать, что будет, какой нас ждет в дороге поворот. Мамочка! Ну что, супермены, хреновы, какая-то училка английского дважды спасает мою задницу. Ну что, вылупился? Училка, слушай, а как ты его засекла-то? Ну как? Вышел весь черный, сам в глаза бросился. Не верю я, что у бабы такая реакция. Реакция у меня учительская. Всегда на чеку, чтобы на кнопку не сесть. Все, сегодня вечером Мотя. Мотю мы не достанем. Это не наш город. А не достанем Мотю. Сделаем его лучшего корешка Бонзая. Он держит ночной клуб Олимп. Училка! Сегодня у нас вечером выход в свет. Прямой не идет. Чуть-чуть правее. Нет, так будет лучше. Мне мой внутренний голос подсказывает. О, у тебя еще и внутренний голос есть. Попала! Сейчас.
Сейчас. Все. Еще один разочек. Партия. Один разок. Ставлю мартини. Какой мартини? Я играть хочу. Два мартини. А мне какой-нибудь сок. Бонзай в кабинете. Нос не высовывай. А чего вы расселись-то? Пришли разведывать, так разведывайте. Действительно, чего сидим-то? Ребятки, а где здесь туалет? Хочешь снежинки, я не готов сказать? Давай. Значит, так едет? Маша, там два бугая. Мне без шума не пройти. Просто их нужно отвлечь. Хорошая мысль, но как? Запросто. Давай. Гиви, иди. Ну? Что? Линяем отсюда. После долгого затишья возобновилась война преступных группировок. Вчера в кафе «Олимп» был ранен рецидивист Бонзай, правая рука главаря Матвеева по кличке Мотя. В ответ Мотя устроил кровавую баню группировки Громова по кличке Боксер. А что же? Что же милиция? Мы ввели план. Сирена 1, перехват 2 и арсенал 5. Но результатов это пока не дало. Спасибо, Иван Петрович. Так. До следующей встречи. Начинается серьезная работа. Надо хорошо подготовиться. Паш, у нас мало патронов. Прикупим у ментов. Гранат бы достать. Так достаньте. Так, все, я уезжаю. Чего это? Мы так дружно живем. Хватит поясничать. Это ваша работа. Я в этом больше не участвую. Все, хватит. С меня хватит. Паш, миленький, отпусти. У меня завтра день рождения. Ну и что? Как что? Ну, девчонки придут в мои школьные. У меня может же быть праздник, Паш. Так, братва, Юлька нас приглашает на день варенья. Ну уж нет. Ну уж да. Ребят,
Вы там будете как-то не к месту. Не место мягкое красит человека. Мы без тебя не можем, мы к тебе очень привыкли. Особенно я. Гиви, дуй на базар, а мы за выпивкой. О, почем гранаты? Эти по 10. Эти по 100. Лимонки. Лимонки 150. Свежие? Только вчера с завода. Значит так, 5 таких и 5 таких. Ну и парочку этих. Давайте прогуляемся. Что? Тихо, куда? Тихо, тихо. Хорошо? Затем. Меня забыли. Отпустите! Ты покойник. Гиви! Махни. Что с вами, шеф? А, старые родные стены. Здесь я получил путевку в жизнь. Вы работали здесь, на оружейном заводе? Да, после ПТУ. Долгих 20 дней. Ой, здесь я впервые собрал и вынес с завода свой первый пистолет. Эй, Гиви! Ты живой? Пока живой. И ты пока. Ты что, думаешь, они нас убьют? Орденом наградят. Ну чё? Споймались, голубчики? Нет, 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 нет. Нет, не смеете, вы что? Пытки запрещены международной конвенцией. Что за конвенция такая? А мы конвенциев не читали. Некогда нам. А что ж ты, голубушка, моего совета не послушалась, а? Мне в туалет надо. А ты потерпи, голубушка, потерпи. Терпеть тоже. Недолго осталось. Тебе. Ну, а тебе, голубь, мы обрезание сделаем без наркоза. Дай-ка мне свое красивое ушко. Шеф, телефон. Алло. Что? Без меня не начинать. Училка. Скажи мне, Гиви, ты дерьмо. Зачем? Скажи мне, Гиви, ты полное дерьмо. Гиви, а? Ты полное дерьмо. Сейчас я тебя. Ah!
Ну-ка, за мной! Попадешь. Ну ты даешь. Привет, красотки. О, господи. Может, ты расколешься про все свои таланты, ворошиловский стрелок? В теннис играю. На бильярде повезло. В очко со мной лучше не садиться. Это я так, подружка. Слух есть, голос хороший. Голосу твоему цены нет. На пожаре. Не верю я ей. Остается вопрос. Кто открыл люк? По оперативным данным... По оперативным данным, перестрелка в подвалах завода «Арсенал», взрывы на центральном рынке и в кафе «Жемчужина» нанесли урон обеим сторонам. Почти разгромлена банда Громова боксера. Ну и в группировке Матвеева, Моти, тоже большие потери. Скажите, пожалуйста, а что мешает правоохранительным органам прекратить кровавые эти разборки? Ну, ясно, что мешает. Недостаточное финансирование, отсутствие техники, вплоть до автомобилей и средств связи. Ну и задержка с выплатой денежного содержания личному составу. И все-таки? И все-таки мы ввели в действие план ГУДОК-5 и особый режим Привет-6. Так что мы уверены, что в скором будущем... Ни одна. И вот когда она взлетит, а мы с этой стороны. Не надо, не надо никаких разборок. Тайный агент израильского Моссада и резидент парагвайской Сигуранцы. Да нет. Ты та самая баба, к которой ездил Серега. Господи. Ну, Сереге же баба высший класс. А я страшилка недоделанная. Вешалка. Училка убогая. Не такая убогая. Тебе можно и в столице жить. Насчет квартиры там чего другого ты в голову не бери. Все будет. У тебя жена манекенщица. Сам говорил. Помню. Дылда тощая. В башке шмотки, в глазах баксы. Сам выбирал. Значит, я такая нужна.
А может, ты мне нужна? Крыша уехала. Паш, ну пошевели мозгами. Пока мы здесь вместе под пулем прыгаем, одно в Москве, другое. Я в театр, ты в ресторан. Я в музей, ты в казино. Я за тетрадки, ты в сауну. Господи, нам ведь и встретиться-то будет проблема, а? Да, тонкая ты штучка. Скажи, Серега тебя очень любил. Я никогда не знала твоего брата. Паша! Помогай! Ты пришел сказать, кто стрелял в Серегу? Мотя. Мотя. Ну, а где Серега-то? Серега жив? Потом расскажу, сейчас помогай. Ты сейчас скажешь. Сейчас Мотя тебе все расскажет. Голубчики. Где мы, а? А где боксер? Там боксер, на небесах, там. Вас, голубчиков, дожидается. Недолго уже ему ждать осталось. Ну, Мотя, ты гад. Перед моей смертью скажи, за что ты Серегу? Ну и что ты кипятишься? Ну что ты кипятишься? Вон в Писании что сказано? Что сказано-то? Да, не возжелай жены ближнего своего, а он же ж гадюка на чужой глаз положил и ручонки свои поганые к чужому тянет. Вот Анжелочке моей бриллианты презентовал, квартиру ей купил. Что? Это певичка? Певичка? Козел ты, понял? Талант она, а не певичка. Я же для нее ничего не пожалею. Вот, театрик хочу купить. Пусть поет. А, звездочка моя. Вспомнила. Квартира. Я эту Анжелу не в Сильве видела. В Сильве, но давно. Недавно в доме. В каком доме? В нашем. Она из той квартиры вышла. Ну, я говорила. Где турки ремонт делали. Серега ей эту квартиру купил. Шел туда, чтобы отлежаться. Сил не было, до третьего этажа не дотянул. Ну, я-то на первом. Да, зря я его не добил-то. Ну ладно, ладно. А послушай, голубушка, не ты ли случайно его из больнички выкрала, а? А у меня сегодня день рождения. Это хорошо. Принять смерть день рождения – добрый знак. Так что помолись, голубушка. Крестик-то у тебя с собой. Паша, скажи, что я полное дерьмо. Пошел ты. Опа! Это что у нас за пулечка такая? Что за игрушечка, а? Кажись, я ее видал у одного фраерочка гордого. Ну точно, да. Он еще меня не послушался. Выходит, ты, голубушка, сука. Всем стоять! Паша! Не понял. Давай, голубушка, надо резких движений. Ты сам спокойно, голубчик. Значит, сейчас ты положишь на пол пушечку, отойдешь в стороночку. Мы
отсюда уйдем, а ты будешь считать до 1000. Понял? Угу. Ну, тогда начинай. Ложь, пистолет. Давай, давай. Не стесняйся. Ой, птичка. Мама. Надо же. Такая маленькая птичка. А так нагадила. Она идет. Одна. Зелье, Манжела. Ну, где Сергей? Какой Сергей? Мне кажется, ты должна знать, кто выкрал Серегу из больницы. Где Серега? Он жив? А кто вы такие? Я его брат. Я вам не верю. Теперь веришь? Когда я узнала, что Сергей в реанимации, а Мотя хочет его убить, я договорилась с санитарами. И они его вывезли. Куда? В морг. Что? А потом к бабке, в деревню, к знахарке. Степановна, ну как он? Это кто? Это брат его. Павел. Через 2 дня будет бегать. Привет, братан. Привет. Девчонки. Ребята, проходите. Уезжаем. Угу, счастливо. А может, останетесь все-таки день рождения? О, поздравляем. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Привет от Сереги. Ребят, может, пройдете? Я на секунду. Ну, пройдите, ну пройдите. Присядем на дорожку. Хороший обычай. Для нас плохой. Один раз сядешь, потом долго не выйдешь. Ой, девчонки. Поздравляю. Спасибо. Кажется, я опять опоздал к началу. Ты не мог опоздать, потому что тебя не приглашали. Ну ты проходи. Как дела в охране, президент? Тихо стало в нашем городе. Такие люди в моргах лежат. Ну ты зверь кровожадный. По китайскому гороскопу я обезьяна.
Китайцы говорят, умная обезьяна в драку не лезет. Она сидит на дереве и наблюдает, как внизу два тигра дерутся до полного взаимного уничтожения. Может, ты был макакой, но теперь ты король. Ну что, будь здоров, король. Это Юг, не кашляй. Королева. Ну, Гаранин, будь. Береги ее. Дурацкая это была твоя идея? Дурацкая, но сработала. Сработала. Я ни минуты не спать, ни дышать, ни есть не мог. Боялся опоздать на полсекунды. Знаешь, я помирала от страха. Ладно, все уже позади. Позади. Я же чувствовала, что ты рядом. В лесу, на рынке. И люк открыл. Это не я. Это твой ангел-хранитель. И наш талисман. Этот. Этот. Пойду. Иди. Только я тебя прошу, не болтай об этом, хорошо? Что значит не болтай? Я вообще не болтаю, я разговариваю. Когда надо, я молчу, как могила. Да. Есть только один способ закрыть тебе рот. Какой? Стаканчик не найдется, а?